2022 год, 17 декабря. Ребенок с диагнозом атрофия большеполушария головного мозга, полушария мозжечка и симметричная внутренняя гидроцефалия окклюзионного характера с глиозными изменениями паравентрикулярного белого вещества обеих сторон, с осложненным масс-эффектом, а также синдром Арнольда Кяре первого типа, эктопия мозжечка. Так, подтверждение данного заключения здесь имеется. Сейчас демонстрировать буду. Узбекчам гапропхама, бу бош мия ярмшарларана, демек, атрофиясы, окклюзион гидроцефалия, мозжечогам курпогам мия чаям, яна Арнольд Кяре синдром ям бар, мияна ок моддасы ям емрилген, яна буну устыга, демек, нема ликверный киста бар, ока, инца кысмыда, затылышни ямки, ва шу ерда, демек, масса эффект болган. Арнольд Кяре синдром ям бар. Шу гапларды сбат сбатда, биз мануны халаты көріп чықамыз бана, демек, сбат. Хоп, нема узгарыш берда, кандай муаммолар бар. Bunu demek hazır bana köremiz. Hop, köredigen bu sek, bir de demek köreni yaptı. Hazır gaplarımız var. Patrojeni daha uzak geçelim, ama можем здесь увидеть. Так, давайте посмотрим, какие у них изменения, что за результат. Так, ну, узгарышлар был, да, я? Что лучше, улучшение какие? Вот, мы, значит, сейчас находимся на базе санатория Тозахова. С вами доктор Джалилов. Задаем вопрос. Что у них, какие изменения произошли? Они лечились у вас 10 дней. Он кюн отдел? Он кюн отдел. Он кюн отдел, 10 дней. Обдеме без до он кюн отдел, когда козгар спорганы, эджам нас урем. Я принял эджам. Алхамдулилля, Аллаха шугур, балам жакши, на балдарымнын өзгөрүү, на тынчтанып калды. Тынчтанып калды. Кудайга шугур. На өзү ойнойду, өзү отурат, өзү турат, басат, басыштары жакшы. Басыштары жакшы. Басыштары жакшы, Кудайга шүгүр. Сиздерден Алла ыраазы болсун, сиздерге жеткирген биз. Рахмат сиздерге. Көп жашаңыздар. Ушундай бизге окшогон мажбурлар түшүнүп карай бериңиздер. Рахмат. Рахмат айтабыз сиздерге. Рахмат, эже рахмат кетти. Омур берсин сиздерге Алла Таала. Рахмат кетти. Значит, всё хорошо, говорит, начал правильно наступать, состояние, говорит, хорошее. Улучшение имеется, говорит, спасибо Богу, что спасибо вам, что мы рады очень. Если не они лечились. Аллах спас несен, дай Бог вам здоровья. Рахмат сизге.